Вот вопрос из Башкирстана пришло. Если же история русского народа освещается, хотя и ложно, то о предках современных татар и татар-булгарах наука скромно умалчивает. Была же и Волжская Булгария, и булгарские города Булгар-Белиарси. Что произошло с ними? Зачем взяли Казань? Как и почему она оказалась под влиянием Хазарии? Это такой вопрос. Тут несколько вопросов, но я буду отвечать, в принципе, по одному вопросу с каждого вопроса. А то иногда человек пишет по 10 вопросов, и тогда будет несправедливо, что другие не ответят. Так вот, если русская история отражена, ты говоришь, человек говорит, ну, во-первых, почему, тут спрашивают, почему, допустим, нет русских, так сказать, Помпей и тому подобное. А кто вам сказал, что их не было? Ну, не Помпей, естественно, я образно беру. Вы просто не представляете, что последние 1000 лет все делается, особенно последние 300 лет с приходом к власти Романа, в их, все делается для того, чтобы уничтожить любые следы существования раньше на территории нашей страны высокоразвитой цивилизации. Уничтожаются. Разрушаются, уничтожаются, и следа не осталось. Но, тем не менее, следов это полно. Один человек, по мере не буду говорить, который живет в тайге, и он таежник, облазил тайгу, он нашел в тайге очень много брошенных городов. У него есть и фотографии, и так далее. Просто человек не передает эту информацию официальным властям, понятно, по какому причине. Вот Чувыров передал карту Московского университета, объемную рельефную карту. Но благодаря тому, что группа определенных людей работала, удалось ее спасти, а также, вы помните, он даже в программе «Необъяснимый факт», я, получается, случайно наткнулся, смотрел эту программу, когда Садовничу спрашивали, а где же эта карта, вот объемная, которую вам передал Чувыров? Он говорит, никакой карты не видел. Ну, видно, знаете, у него дырочка в кармане оказалась. Видно, он ее положил, камень 1,5 тонны, и он случайно из кармана вывалился. 1,5 метра. Ну, такая мелочь, просто заметить невозможно, правильно? Но оказывается, она существует. Между прочим, сейчас он сам Садовничий в комиссии по изучению этой карты, которая говорит, что никогда в Московский университет не поступала. И он ее никогда не видел, и это все блеф. Вопрос интересный, да? Вот вам, пожалуйста, пример. А сколько таких фактов, которые были не найдены, уничтожены? То есть якобы ученые, даже вот помните, я приводил свои книги «Тесульская находка». В 1976 году, и что там ученый первый приехал, честный ученый был, лекцию прочитал. Вот это соответствие с полностью генетикой русского народа и так далее. Это все перевернет весь мир о эволюции человека и так далее. Где этот ученый, где это исследование, где эта находка тела, сохранившаяся в идеальном состоянии. И четко показывает, что русские люди жили на этой земле, в Сибири, и не только, уже более 100 тысяч лет назад. Где? А вы думаете, одна такая находка была? Там потом накопали целые несколько, более сотни, насколько я помню, по статье. Вывезли, и что? В лучшем случае, мне кажется, в лучшем случае, хранится где-то какие-то, как раз того же самого мирового правительства, в тайниках. Можно пытаться исследовать, как такое можно добыть. А в худшем случае уничтожено. Это во-первых. И во-вторых, после того, как катастрофа 13 тысяч лет назад, которая была, как понимаете, да, на территории, где наши предки жили, они Европу стали осваивать это порядка 5000 лет, по понятным причинам, в книге это расписываю, почему, то до этого жили за Уралом. И там все равно было довольно-таки холодно, если они эмигрировали оттуда и шли дальше, в другие места, холодно было. И подумайте, что жить в каменных дворцах, которые строились, допустим, в Идарии, прекраснейшее здание, там вот приводил фотографии уже второй части России, кто читал, видел фотографии. Фотографии, допустим, в Антарктиде, которые наши предки строили, там, потому что Дария под водой, а Антарктида над водой пока еще. Вот там фотографии колоссальных зданий, сооружений. Но поймите, что когда разрушена вся система, социальная система, уничтожена все и вся, то в таких дворцах немедленно замерзнет человек. И наши предки в то время, естественно, строили жилье из дерева, что и совершенно естественно. Как вы понимаете, дерево как странным образом очень хорошо горит. Понимаете, да? Поэтому, если что-то и было,
Во-первых, недолговечно, приходилось заново строить здесь, заново. Это первое. То есть 100 тысяч лет не простоит. Хотя вот город, тот же самый Асгард Ирийский, простоял до 1535 года по нашему этому числению. Современному, привычному нам. Хотя он стоял 108 тысяч лет. И под Омском еще очень много чего осталось от этого города. И не только там, естественно. То есть много. Теперь насчет других народов, коренных народов России. Почему не говорят, а очень просто умалчивают. Потому что в принципе, даже современная история признана, что так и кажется, теория Золотой Орды и тому подобное, это Филькина грамота. Ну, не говорят Филькина грамота, но они говорят, что не имеет достаточного подтверждения того, что такая Золотая Орда, государство Золотой Орды там существовали когда-либо. А почему? Я просто сейчас не захватил, потому что много книг больших. В первом издании Британской энциклопедии вся зауральская территория до Дальнего Востока, большая часть Северной Америки и Северного Китая до Китайской стены, именно была Великая Тартария или другое название британской энциклопедии – Российская империя. И она, как государство, существовала до 1775 года нашими численными еще брать. До 1775 года. Это энциклопедия британская. Она выпущена в Англии и так далее, и так далее. У меня первое издание британской энциклопедии есть. Но уже во втором издании, той же самой британской энциклопедии, ни слова не говорится, что такая страна существовала когда-либо вообще. Забавно, да? Вообще никогда не существовала. Рим, Древний Рим, которого никогда не существовал, расписан до черти знает чего. А вот... так сказать, крупнейшая империя, которая просуществовала больше 100 тысяч лет, правда, у нее постепенно откалывались украинные земли. Украина – это край, который земли, то есть граничные земли постоянно отваливались, потому что проникала зараза паразитическая, и, так сказать, и откалывалась, и постепенно вот дошло до того, что потом уже набрало силы, что мировой, в принципе, мировая война, с моей точки зрения, была... Первая мировая война, с моей точки зрения, была в 1771 году, с 1771 по 1775 год, с моей точки зрения. И есть обоснование для меня. Но это в дальнейшем буду все это расписывать. Потому что тогда весь мир, западный, в кавычках, объединился против того, чтобы уничтожить именно Славяно-Римскую империю, которую они называли Великой Тартарией. Так вот, то же самое касается, почему нет никакой истории вот этих народов коренных. Да потому что придумали им историю, так же, как Золотая Орда, придумали. И факт тому, что генетика, к примеру, которую уже тоже трудно обозвать необъективной наукой, так вот, последние исследования генетиков показали, что, вот очень не помню, это ли казанские татары или астраханские татары, точно не помню, их по генетике 98% финно-угорские племена. То есть дахарийцы, дарийцы. И только 2% примеси тюркской. Но вы откроете учебник, говорят, что они тюркские племена и так далее. Полная ложь. Если 98% финно-угорская группа. 98%. Вот откуда, почему ничего нет. Потому что не смогли придумать ничего. Золотую Орду придумали, начиная с Романова, и то весьма плохо. И там и так далее. Монгольская ига, которого никогда не было. Потому что, опять-таки, моголы – это по-гречески именно великие. Это наших предков называли именно великими. Все окружающие племена, а не наоборот. И в самой Монголии, которая сейчас называется Монголия, слово «монгол» вообще никогда не существовало. Они никогда не называли себя монголами, ни их никто не называл монголами. Это после революции пришли наши друзья-коммунисты на территории современной Монголии, сказали, а вы знаете, а вы, оказывается, монголы. Они говорят, да, о, а мы не знали. А вы знаете, что у вас был великий предок Чингисхан, который создал величайшую империю? Да, а мы и не знали. Так вот, кто интересно, кто сомневается в моих словах, почитайте исследование Гумилева, который исследовал и былину, и представление, сказания племен, живущих на территории современной Монголии, так вот ни в одной монгольской, так называемой,
былины из Казани, нет упоминания о неком Батыре Чингисхане. Во-первых, Чингисхан – это же не имя. И так далее. То есть вопрос. Все это прошло-то несколько столетий. Куда же исчезли былины, которые должны быть отразиться 100% в мифологии и сказаниях народа? Ничего нет, ни одного. Об этом скромно замалчивают. Вот поэтому, что когда уничтожили Славянскую империю, которую за пределами называли Великие Тартары, и почему появились татары? Просто убрали, то есть татарами называли даже на Руси, вот то, что мы привыкли знать, так, Московской Руси, скажем так, или Московской Тартарии, тоже название, то же самое энциклопедия британская, Московская Русь называется не Московской Русью, а Московской Тартарией или Московией. Вот два названия. Московская Татария и Московия. Но никаким образом не Русью. Как ни странно, да? Так вот, поэтому вот вопрос, почему нет? Да потому что все ложь. Вот то, что пытаются навязать, не смогли придумать. Ну, мало оказалось материала, а ума, видно, не хватает. Даже фантазии сделать слабовато. Вот и получилось пшик. Потому что все племена, которые, допустим, большинство племен, которые живут на территории России, за исключением тех, которые пришли, как буряты пришли, они действительно к тюркским группам относятся, они пришли оттуда, и их приняли как беженцев после того, как преследовали, уничтожали на территории, где их родина была. Таких племен немало. Плюс еще приходили как завоеватели, которых разбивали, которые оставались, потому что большинство племен приходило, особенно кочевых, приходили воевать не за хорошие жизни, в подавляющем большинстве случаев, а из одних причин. Или у них выгорали их пастбища, и им грозил голод, вымирание. Или приходил более сильный враг по тем же причинам, что у них, выжил, нужно кормить детей и так далее. Приходил, их выбивал, им деваться, чтобы спастись, они уходили и били более слабо, пытались, по крайней мере. Ну вот, и все. Поэтому территории, вот у меня есть и карты оригинальные, до 18 века, и там если Великая Тартария и Российская империя была разделена на разные провинции, которые имели собственное название, но эти были провинции. Поэтому вот то, что он спрашивает, это были провинции, которые имели разные названия, но они входили к единой целой в эту Славянскую Российскую империю. Было единое мировоззрение, ведийское мировоззрение. Так вот, после того, как вот откололась, так сказать, Московская Тартария, кардинальный раскол произошел при Романовых. До этого Дмитрий Донской положил начало основательного такого раскола, и Романовы уже завершили откол и раскол, так сказать. Так вот, после этого, уже Романовы, не Романовы, просто уже Рюриковичи, которые сидели, потом Романовы продолжили, естественно, шли на войну, на те племена, которые остались верны ведических традициям. Но, правда, не все остались ведическими. Многие из них уже приняли неонестерианство, называемое, которое почему-то сейчас называется исламом. Тоже удобная позиция. А мало кто помнит, что на самом деле это никакой не ислам, а именно неонестерианство. То есть течение культа Азириса, который потом приобрел название христианства. И Нестер такой был, один проповедник, который, так сказать, создал, как баптисты, там, так сказать, и так далее, вот протестанты, возникло, откололось от основной ветви, и тоже не случайно было отколото. И вот он был, кажется, предан анафеме, его последователи были преданы анафеме, и они ушли, кажется, в глубины Азии, так называемые, и распространились очень широко. И вот именно на основе неонестерианства возникло, в принципе, неонестерианство, и это есть ислам, в принципе. Так что все, ложь везде, направо, налево, все. Так вот, чтобы завершить о Чингисхане, самое забавное, что вот фильмы довольно-таки много сейчас стали ставить о Чингисхане и так далее, но обратите внимание, все фильмы противоречат летописям, даже те, которые остались. Потому что извратили многое, но не могли извратить следующее, что Чингисхан, того, как называют, того, а настоящему ему Тимур, очень, так сказать, тюркское имя, да, Тимур. Вот, Тимур был синеглазый, светловолосый, имел мощную бороду, такой бородатый, светловолосый и синеглазый, и вашего роста. Скажите,
Вы хоть такого монгола когда-нибудь видели, как называют сейчас такого? Синеглазого, белокожего, с светлыми волосами. Есть вот один монгол, тюрк такого происхождения? Нет. Но почему-то во всех фильмах о Чингисхане его изображают чисто, чистым тюрком. Видите, как даже лгут и в этом плане. То есть остались какие-то следы. Они, да, мы доделаем, а там не доделали, не могли сказать, что он был белым человеком был по происхождению. А мы добавим, что вот он Чингисхан, он азиат, значит, он должен быть азиатом. Так вся белая раса, азиаты, между прочим, потому что все племена белой расы вышли из Азии, точнее, не Азии, а Азии. Потому что территория Европы была долгое время покрыта ледниками, и, естественно, там никто не жил. А вот только жили на территории... Раньше жили, но после катастрофы там уже никто не жил. А очередное заселение было произведено только после катастрофы, только где-то порядка 5000 лет назад. Все. Можно продолжать до бесконечности. Тут он не захватил с собой книжку другую, где китайская американская экспедиция раскопала в Северном Китае, то есть в русских землях, если прямо говорить, сохранившиеся мумифицированные тела умерших 4-5 тысяч лет назад белых людей, у которых даже одеяние совпадает классические вот, европейские, славянские орнаменты и так далее, 100%. Прекрасные фотографии, огромное спасибо за это. То есть сложно было найти, так они сделали эти фотографии, прекрасные фотографии. И вот эти, извините, ученые, я хотел сказать грубее слово, идиоты, но все-таки смягчил, сказал ученые, начинают заявлять, что вот, белые европейцы пришли в Китай 5000 лет назад, чтобы пожать руки. Значит, представьте, они шли из Европы через всю Сибирь, через Урал, перевалили всю Западную и Восточную Сибирь, через пустыни и пришли пожать руки китайцам. Но 5000 лет назад европейцев в Европе не было. Это все знают. Так откуда же они пришли тогда? Понимаете, ну хоть бы изучили то, что уже другой, понимаете, изучая там Китай, вот что, к чему приводит идиотизм специализации. Вот китаеведы, вот они Китай изучают, и они абсолютно ни примеса не знают, что происходило в Европе. Ну как вы можете изучать что-то, не имея представления, хотя бы в общих чертах, вот цельной картине мира, какие племена где жили, какие расы где распространялись. И вот такой маразм начинает возникать. Оказывается, 5000 лет они пришли, еще фильм сделали, классно, где показывают и восстанавливают, что вот белые люди пришли и руки пожали китайцы. А чтобы вам было понятно, китайцы руки особо не пожимали никогда. Я вам приведу один пример, чтобы вам было понятно. Ну, вы знаете, что я прожил в Штатах 15 лет. Так вот, мне приходилось столкнуться с одним человеком, он сам китаец, американского производства, родился в Америке. Но его отец, кажется, я не спрашиваю, китаец, но, естественно, из Китая. И вот у него мальчик, вот его отец выписал мальчику из Китая. Ну, китаёнку американцу не стал брать. И когда возникла ситуация, когда у него там отца была серьезная проблема, то есть он пожилой человек, уже не болел, я говорю, ну хорошо, я обычно нет времени, чтобы ездить по больному. Я говорю, ну хорошо, давайте я подъеду к нему, посмотрю. А он мне говорит, нет, это невозможно. В Америке за 30 лет ни разу белый человек не переступал порог нашего дома. Это не в Китае, извините. За 30 лет ни разу белый человек не переступал порог нашего дома. А теперь представьте, какие руки пожатия могло быть 5000 лет китайцами. Особенно если учесть, что наши предки их разбили в пух и прах 7500, чуть больше 7500 лет назад. Ох, они пожали бы руки, да? Если кто заблудился, так пожали руки, что и уши отрезали, и глотку перегрызли бы. Понимаете, вот эта вот убогость и примитивность современной науки, вызвана тем, в первую очередь, что это стало до того узенькое, до того целенаправленно вот на одну какую-то мелочь, что, как говорится, а слона-то я не заметил. Вот такой вариант. Так что вот то, что вопрос о том, что других коренных народов мало информации есть, а вы думаете, много о русском народе есть информации? Есть о русском народе тоже. Что русский народ, это вообще вылез из землянок около 1000 лет назад. И вообще ничего не умели, ничего не знали, и даже управляться бы не умели. Ну и так далее. Вот это что придумали сказку при Романов в основном. Понимаете? Ну, я не думаю, что очень хорошая сказка. Но для башкир и булгар, так сказать, естественно,
И булгары, опять-таки, и башкиры, это финно-угорские племена, которые были частью той же самой Славянской империи, которые имели общее мировоззрение, все племена. Примерно соотношение было, так сказать, орды, так сказать, монголов, которые говорят, ведь мало сообщать, что ведь когда монголы приходили, так называемые, вот монгольские игры говорят, да, то 80% воинов были русами. И только 20% приходило другие народы финно-угорские. Потому что пропорционально, как сейчас в России, примерно 82% людей русские по национальности, а на все остальные приходится оставшиеся там 20%. Например, такое же соотношение было и раньше. Да, были и тюрки частично в то время тоже давно и так далее. Но вот такой, так вопрос. Кто кого, получается, покорял? Получается, русские воины приходили, чтобы уничтожать русские княжества. Ничего подобного. Просто это, когда киевские князья при, так сказать, Владимире Святом, так называемом, в кавычках, с моей точки зрения, когда был переворот, государственный переворот, и захватили власть враги и настроили на откол очередной провинции от Славянской империи, то, извините, любое государство, когда территория захочет отколоться, посылает туда войска на усмирение. Но усмирялись князья, но не уничтожалось население. А это якобы пустыня после монголо-татар была. Была, но пустыня не от монголо-татар. А нужно почитать хорошо, внимательно летописи. Пустыня настала до того, как монголо-татары пришли, так называемые. Потому что, когда Владимир Святой, так сказать, креститель, навязал христианство на Руси, на Киевской Руси, именно, так сказать, то вырезалось до 70% населения. Почти все взрослые были вырезаны. И более 30% городов превратились просто в пустыни. Вот так вот было крещение. Это факты, которые... А нужно было объяснить потом, как же города поисчезли. В Западной Европе, тогда Киевская Русь, которая на картах 2-3 века называется Скифией, между прочим, которая тоже есть у нас, Киевская Русь была высокоразвитым государством. Даже при внучке того же самого Владимира Крестителя, дочери самого мудрого, даже Франция была глухой провинцией и деревней. Это письма ее есть, так сказать, сохранились. Так далее. Это же в 12 веке, 13 веке, извините, начало 13 века. Западная Европа была деревней по сравнению даже Киевской Руси. Потому что сделали с ней после крещения, вот мы знаем уже потом, что произошло. Но тогда это была процветающая страна, вернее, процветающая провинция, которая, так сказать, алчность определенных лиц и стремление вот паразитов социальных постепенно, так сказать, откусывать кусок за куском, постепенно я буду дальше восстанавливать, как это происходило в реальности в своих книгах, продолжая Россию в книгах, вот откусывая кусок за куском, они порабощали, подменяли все, извращали и тому подобное, превращали, заменяли, стали, как говорится, с головы на ноги все. И вот мы получили то, что получили. Поэтому, пытаются даже вот еще затронуть, типа, что вот, типа, я, типа, антисемит. Я антипаразит, правильно сказать. Потому что, во-первых, кто почитает Гумилева, почитайте Гумилева, даже это не я первый придумал понятие государство-паразит. Это было хазарское, Хазария. Когда она стала? Когда иудеи захватили мне власть и заменили существующую, кажется, элиту на свою собственную и превратили эту провинцию, вот как раз вот спрашиваю по поводу Хазарии, паразитическое, агрессивное государство. И, между прочим, когда иудеи захватили в 7 веке, маздакиты пришли, как в виде беженцев в Хазарии, примите нас, бедненьких, побитых, ничтожных, которые мы ограбили. Мы Персию ограбили, вот и убежали тебе с награбленными с Персией богатствами, вот мы такие бедненькие, примите нас, дайте нам место жить. И захватили через иудейских невест, такое вот есть понятие, захватили и создали первое в мире тогда иудейское государство, которое наш предок с вами, большинство, Святослав, разгромил, уничтожил. И они поняли, что свое государство создавать не нужно. А мы лучше будем создать теневое государство, мировое правительство, теневое мировое правительство. Потому что так сразу всем понятно. А мы будем тихо поставлять кукол своих и через них действовать. И они после этого стали действовать, когда он уничтожил тогда их базу основную.
Но эта база, перед тем, как она уничтожилась, заложила очень большой фундамент для развития паразитизма по всему миру. И то, что мы видим сейчас, это результат уже реализации той программы, которую они начали. Книги я уже первый писал об этом. И вот недавно у меня была встреча с людьми, и вот как раз говорю, вот вы антисемит. Я говорю, ну, вы знаете, я не антисемит. У меня среди моих друзей, учеников есть евреи, которые понимают, что то, что мировая паразитическая система несет, это губит и их народ в том числе. И они со мной борются, как соратники и так далее, против паразитической системы. И я говорю, вы знаете, для меня все равно, кто паразит, еврей или русский. А мне говорят, а вот так, Лена? Я задумался, вы знаете, я ошибся. Мне все равно. Для меня русский паразит в 1000 раз хуже иудея. Знаете почему? Потому что иудей, пускай он паразит, но выполняет задачу, программу, которую мы одурили, обманули, там, лапшу на уши повесили, вопрос второй. То, что у них религия несет, то, что у них народ, цели их народа, то есть он выполняет задачу, которую на них под видом пророчества и так далее, задачи Бога Яхве, левиты выполняют, используя эти дурости. А болвани, но они болвани, считают, что они делают во благо своего собственного народа. И себе тоже, не забывая при этом. Поэтому, в принципе, они паразиты, но паразиты в меньшей степени, чем русские, те, кто превратили, и другие, кто не иудеи, гои, другие гои, кто стал и становится паразитом. Потому что это уже русский паразит, действительно, для меня лично, вот, когда я начал задумываться над этим, хуже паразит иудея, потому что если русский, он предал свой народ, свою родину, своих предков, свою культуру, все традиции, все предал. Иудеи ничего не предавали, извините. Они выполняют то, что им, их культура означает для них. Поэтому я поправлюсь. Русский паразит для меня в 1000 раз хуже иудея. И бороться с ними, русским паразитом, я буду более жестко, чем с теми. Потому что те заблуждения, потому что им слабши на уши с детства вешают. Их рождаются, начинают им зомбировать в этом направлении. Поэтому многие из них даже не понимают этого. А вот русский паразит, а действительно, это вот то, что перечислил, это не знаю, как характеристику дать. Хуже не придумаешь. Поэтому нужно бороться со всеми паразитами. И я не антисемит, как пытаюсь не прицепить. Почитайте книжки, ту же самую книгу «Россия крикнула». Там четко говорится, что паразитические элементы возникают у каждого народа. У любого народа. Естественно, к сожалению. И я описывал, что наши предки сделали ошибку, когда своих паразитов изгоняли. Но они изгонялись из общин, из территории государства, шли куда? Туда, за пределы. И возникали уже сказать, новое образование, смешение прошло и так далее, возникали уже несущие искажения генетики, они уже создавали новое государство, и потом нужно было оправдаться, очистить себя от якобы то, что они такие великие, мы придумали было. Вот они придумывали все, они уничтожали именно настоящую историю своих предков. Им было плевать уже на то, что к чему. Поэтому, конечно, сейчас долго не буду затрагиваться, но, тем не менее, это важный аспект.